Всем доброе утро, мои хорошие. Теплый снег. Мы с Есенечкой в садик. У нас новый комбинезон. Вчера купили. Пока автобус ждем, Есения решила сама попробовать натянуть эти перчатки. Одной, конечно, не очень удобно. Вот тут вот надо натянуть. Но перчатки классные. Все закрыто. Натянуть только сложно самой, да, дочь? Ну ничего, попросишь воспитательницу. Натянет тебя. Ну вот, началось. Из серии, как мы ползем домой из садика. Как только снег выпадает, все. Вот так мы идем домой. Да, дочь? Да в комбинезоне. Классный комбинезон все-таки. Давай, пойдем. Нам еще уроки делать. Доча. Вот здорово детям. Ну, мы так с тобой долго будем ползти домой-то. Смотри, расшибешься. Еще не так много снега, так не прыгай. На живот тем более. Всем привет, мои хорошие. Я снимаю уже на следующий день, по-моему. Я уже запуталась. На какой день я тут снимаю? Я уже успела где-то подхватить простуду на губе. Не знаю даже, где я это умудрилась замерзнуть. Хотя, может, когда Никиту провожали, я замерзла прям очень. Ну, ничего. В общем, какие у нас новости? Никита сейчас на вокзале. Наконец-то они все-таки выехали из военкомата. Получается, на третий день. Да, сегодня третий день. Вот. И их сегодня везут к месту уже службы. Это Нижегородская область. Там будет служить. Вот. И Сережа поехал его проводить на вокзал. Я сначала думала, Есению надо будет забрать, поэтому не поехала. Но старший сын сказал, что сам заберет из сада, поэтому вот я сейчас жалею, что не поехала. Ну, ладно. Я думаю, даже лучше, потому что я бы, конечно, там опять расплакалась, и сын бы опять поехал в не очень хорошем настроении. А так они с Сережей прощаются лучше, без слез. Вот. Повезут их на поезде. Человек 50 сказал. Отправляют. Вот. Сережа прислал видео, немножко снял. Вставлю потом немножечко, кусочек маленький. Вот, Никита там в форме. Ну и все остальные ребята тоже в форме. Вот. И хотела сегодня с утра, уже настраивалась на уборку. Но сегодня у меня опять как будто вот тот день, когда мы Никиту провожали, вот то же самое чувство. Поэтому никак я не смогла себя настроить. Ну и ладно. Завтра будет еще день. И послезавтра будет день впереди. В общем, ничего страшного. Сейчас жду, когда Сережа приедет и мне все расскажет, как он там... Как там Никита, как обстановка. Ну, вообще, мне интересно послушать, что он расскажет. Я уже мазью мазала. Помазала ацикловиром. Надеюсь, хотя уже распухла. Прям подальше сниму. Вот. Так что сегодня, наверное, ничего больше не буду снимать. Меня готовить не надо. Вот убраться надо было дома, но не хочу. Вот сегодня я лентяйка. Завтра, скорее всего, Дианочка будет дома, и мы с ней вместе уберемся. Вот такие дела. Спасибо.
Все будет хорошо. Мы, да, за Есенией поехали, на танцы повезем. Снег у нас идет, машины уже засыпало, опять утром чистили сейчас. Вот, на танцы отвезем Есению. Немножко опоздали мы, ну не на 5 минут всего, но мы с ней не любим опаздывать, я вообще не люблю, и Есения тоже не любит. Ну так получилось, что позвонил Никита как раз, вот пока с ним немножечко поговорили, они в поезде едут, на остановке там стоят, как раз вот он позвонил, сказал, связь есть, а то связи не было. Вот, и поэтому немножко на 5 минут опоздали. Нам еще пучок делать, поэтому, а так бы успели. А когда делаешь, когда торопишься, быстрее-быстрее руки трясутся, и что-то ничего не получается. Кое-как сделал. Надеюсь, не распустится пучок у нее. Шпилечками заколола. Вот, так что погода такая, конечно. Вроде снежок идет, да, вот, а на тротуарах, на дорогах слякоть, вода прям. У нас сразу, наверное, тротуар тоже посыпает, да, Сереж? Ну, трактор проехал. И вот прям вода. А так снежок идет хорошо. Вот сейчас домой поедем. Они 2 часа там танцуют. Ждать смысла нету, 2 часа. Всем доброго утра, мои хорошие. Уже 3-й день у меня съемок. Никак не могу доснять этот влог. Ну, ничего, такое тоже бывает. Тут у нас градусник висит. Сколько у нас градусов показывает? Так, -3. А утром было, по-моему, -5, что ли, или 7 даже. В общем, такая нормальная, хорошая погода. Свежая. Вот окно у меня открыто здесь немножко. Чувствую, свежий ветерочек дует. Вот. Сейчас, в общем, сразу начинаю уборку. Дианочка мне поможет, Сережа на работе. Вот такие планы у меня сегодня, все-таки сделать уборку. О, посмотрите, что у меня творится на моем столике. Ну, это не столик даже, полочка. Вот, хочу сейчас здесь навести порядок. Что-то вот покидала, одевала. Вечером покидала все. Вот, тут нужно, кстати, разобрать мне резинки, уже какие-то плохие. И выкинуть, вот, и достать новые. Тут что-то у меня еще, вот тоже новые резиночки как раз, их достану, уберу плохие. И вот тут нужно навести порядок, вообще все покинуть. Тут у меня еще Есения, приходит в моих вещах, помады все время смотрит, красится вот этими тенями, меня вернее накрашивает вот такими. Вот, все протереть надо, все это сложить, лишнее убрать. Тут вообще бардак какой-то, и кремы, заколки. В общем, вот, у меня сегодня такое. Сейчас вот это вот сделаю, а потом уже начнем уборку.
Ну вот, в общем, вот так у меня сейчас чистенько все, лишнее убрала. У меня вот эта вот косметичка, так называемая, она походная, и на каждый день я ее использую, поэтому у меня здесь совсем мало всего. То, что каждый день просто использую, все. Тушь, румяна, помада, не помада, пудра. Ну, в общем, такое, самое необходимое. Много у меня нету лишнего, ничего. И я ее в дорогу беру. Поэтому мне тут удобно. Раз, я ее сразу достала, и все. А здесь у меня, получается, вещи, которые, ну, как вещи. В общем, косметика, которую я реже использую. Но все равно иногда беру вот тени здесь разные. В основном Avon и Faberlic, как вы поняли. Тушь. Здесь у меня вот в основном все для глаз. Здесь у меня для лица, то есть тональные средства. Я почти что ими не пользуюсь никогда. Крем. Тоже румяна такие, кремы для лица, для глаз, всякие эти, вот как их называют, корректор, вот. Здесь помады, как вы поняли, их очень много, и я сейчас уже ими мало пользуюсь, но раньше я вообще любила помады и пользовалась очень много. У меня в основном все такие красные, оранжевые, я любила такие цвета, сейчас, конечно, уже нет. Но мне их жалко выбрасывать, иногда вот так вот по настроению я все-таки ими пользуюсь. Здесь для рук, в основном у меня все для рук, и, ну и зеркальце положила, и расческу, так уж некуда было убрать. Вот, все тут для рук у меня, кремушки и... Ну, средства специальные. Тут у меня не поместилась еще одна коробочка. Поэтому поставила старую косметичку, туда сложила вот всякие бантики и синюшкины. Вот. Ну, и эти я не знала, куда положить. Пусть, думаю, тут лежат. Ну, и эта штучка, когда маски делаю, наношу на волосы, чтобы не мешали. Вот. И осталось у меня еще здесь убрать. Здесь у меня тоже всякое разное кое-что надо выкинуть, может быть. Вот. И здесь тоже у меня бардак. Лаки, туалетные воды, духи. Ну, в общем, тоже такое всякое разное. Это пока мне не мешает. Я не буду сегодня. Сейчас уже займемся уборкой. Вот, надо убрать все. Тут накидала. Еще у меня, знаете, что есть? Это вот такая коробочка. Здесь просто куча. Вот этих пробников духов маленьких. Здесь вообще разные, разные. И Faberlic, и Avon, и даже Lacoste, и... В общем, тут разные. Разные. И вот их столько много, уже лежат много-много лет. Ну, прибавляются потихонечку. Я не знаю, что с ними делать. Может быть... Вы знаете, что куда можно их применить? И выбрасывать жалко. И, естественно, пользоваться ими неудобно, маленькие. И куда их, вот, не знаю. Лежат вот в этой коробочке. Прибавляются потихоньку. И не знаю, что делать. Были бы они хотя бы вот как этот, например, с брызгалкой. Вот этот вот. Здесь можно хоть это попользоваться, побрызгать можно. А вот эти-то, их уже неудобно открывать каждый раз. И мелко написано, непонятно какой аромат. Вот. Может, подскажете, куда их можно применить? Время только 2 часа, уже так темнеет, кажется. Или просто такой день пасмурный. В общем, мы закончили с Дианочкой. Порядок навели. Мне теперь у них в комнате очень нравится. Такой у нас... Светильник, сверкающий разными цветами. Уютненько стало. Все-таки. Тут у них огонечки светятся. Вот. Вот так сделаю, чтобы видно было. Такая уютненькая комнатка. Что значит девочка? А то Никита жил, когда тут в одной комнате. А, ему все равно было. А сейчас так сразу уютненько стало. Сейчас Дианочка хочет приготовить драники картофельные, так что у нас еще дела есть. Пойдем на кухню. Сделали заказ в самокате. Сказали полакомиться голубичкой. Была по скидке. Хлеб. Яйца. Большую пачку. И еще хлебушек. Пепси.
Так, сметанку и красавицу брокколи. Вот какая хорошенькая, зеленая прям. Вообще красотища. Вот. Красота. Такие у нас. Салфеточку положила. Масла много. Вот такие. Уже попробовали по одному вкусненько. Сейчас Яночка допечет. Такие картофельные блинчики. Неважно, главное вкусно. Мы любим такие потоньше. Со сметанкой. Сейчас, в общем, Яночка доделает и покушаем. Все, вот у нас целая кучка получилась. Горка такая небольшая. Картофельных оладушек. Вот, и мы тут отварились с Тяночкой капусточку. Мы обожаем капусточку. С маслицем растительным сделали. Вот, и вот так вот положили. В общем, со сметаночкой сейчас. И венца мы тут налили немножко. Совсем небольшой бокальчик. Вот, Дианочка получила зарплату первую. Поздравляю ее. Пусть все хорошо будет на работе. В общем, мои хорошие, мы сейчас будем ужинать. И на сегодня буду заканчивать этот влог. Всем большой-большой привет и приятного аппетита!